Бхиму называют врикадарой, то, что он любил много кушать. Они когда собирали пожертвования, знаете, они скитались, год скитались, чтобы их никто не узнал и никто не нашел. И они играли роль браманов. Приходили в деревню просить роти, там, вот, ну что там давали, газировки. Вот. И когда они собирали все это, они ровно пополам все делили. Половина Бхиме, а половина всем остальным. Вот все пополам они делили. Бхима был очень большой. Но знаете, кто как ест, тот так и работает. Вот. Кто так работает, тот так и ест. Вот Бхима, он, поэтому его прославили как Врикадара. Врикадара.